коровы рекордсменки из самых передовых племенных хозяйств Удмуртии на этой лужайке, как на подиуме конкурса красоты. Шоу-ринг элитных животных судит один из самых известных в Европе арбитров, которые оценивают коров молочного направления продуктивности – венгер Тамаш Щобек. Министерство сельского хозяйства Удмуртии и ассоциация Галштин действительно находятся на хорошем уровне. Они, в общем-то, имеют хорошие задатки для того, чтобы продолжать это делать на очень высоком уровне. Здесь очень удачное место для проведения такого шоу, что у нас очень хорошее оборудование, и, в общем-то, он впечатлен качеством и самого шоу, и животных, и коровами в том числе. Вот он, первый удмуртский трактор. Выпуск собственных тракторов – событие для Удмуртии знаковое. Пионером в этом деле выступило сарапульское предприятие, один из резидентов ТСР. На сегодняшний день уже есть предпосылки к заключению договоров, есть договоренных о встречах. Это у нас приедут из Саратовской области, из Кировской области. А в этом павильоне широкой публике презентовали цифровую карту Удмуртии. Над ее разработкой Минсельхоз Республики работал 2 года. Теперь она готова и будет полезной как в аграрной сфере, так и в других областях. В цифровой формат переведены земли сельхозназначения в разрезе каждого района. И каждый отображенный земельный участок имеет актуальный статус с привязкой к кадастровой карте. Если мы хотим чем-то управлять, если мы принимать хотим какие-то решения, важные, значимые для нашего региона, для жителей региона, для наших сельхозтоваропроизводителей, мы, наверное, сначала должны получить, иметь данные. Поэтому основная задача карты, во-первых, получить большую базу аналитики, оцифровать эту базу аналитики для того, чтобы можно было использовать для разных целей, в том числе с точки зрения привлечения инвестиций. На главном аграрном форуме Удмуртии свою продукцию представили более 100 сельхозпредприятий республики. А самым зрелищным моментом дня стало шоу мини-погрузчиков удмуртского производства. Это новый формат презентации сельхозтехники. Дмитрий Вороновин, Юрий Дроздов, новости.